листок надо было взять. Стрелку сделай на второй, ему сразу рядом стоишь. Стрелку переведи ему. Так заедет, не переводя. Есть кому переводить, да? Ты это, Максим, иди на ту сторону, там поможешь сцепить его. А он что, с той кабины? На ту сторону встать. Надо башмак будет положить под тележку тогда, чтобы чуть-чуть зажать его. Ну эти зажаты у нас все, ну, потом положим, да. Под крайне положить, да, пусть ты. Или здесь спуск сюда идет, да? Все, крепим, сцепляй его. Там у нас ничего, говорит, нету, нормально. Что, мы их порасставляем, потом просто
определитесь. Право или влево крутить? Вы в разные стороны у вас. Гаишную форму одному выдать. Да, подальше, да? Да, да, я потом махну ему. Кошмар с той стороны. А потому что там надо, чтобы здесь стоял, и ту 7 видно было с окна. Автосетку дергать будет? Блин, это торчок у меня был. Нет. Вот. Торчок где-то был. Заладил. Thank you.
все сейчас можно водичку подливать, вагон под воздух, поедем, кружочек сделаем. Мне Игорь сказал, где-то шланги не хватает длины. Не хватало, это было как раз дорожки. Они, чтобы на это не подходят, еще не подходят.